Тебе послушать так сложно все. Проснитесь, Джон Беккет. Проснитесь. Вас снова ждут великие дела. Здравствуйте, друзья. С вами снова Андрей, вы на канале Кирсплей. От Зименко Сергея мы посмотрим модификацию Danger. Опасность. Какая нас опасность сейчас будет встречать, мы не знаем. Но я думаю, мы посмотрим. Так, немножко санса высоковатая, надо немножко убрать. Это первое. О, есть русский язык. Меня, может быть, выкидывать иногда, но это ничего страшного. Будем перезаходить, либо переключать карты, потому что какие-то глюки. Но есть русский язык. Секунду, сенсу. Нехерово, кстати, 11.5. Но это на любителя, честно говоря. Мне больше нравится 4.5. Сохраняем и смотрим. Так, загрузилось, все нормально, потому что до этого у меня была версия, когда выкидывал на главный экран. Но опять же, выкидывала у меня на главный экран на версии, которая шла именно для Steam. Для Steam версии пришлось откатать немножко назад. Привет, а что ты там смотришь? Пока да, я посмотрю. Нет. Если мы его не найдем, нам здорово достанется от начальства. А кого вы ищете? Я никого не вижу. Ну ладно, пошли дальше. Так, посмотрим, что у нас здесь интересного. Здесь какая-то лаборатория. Вот, название игры. Динджер будет. Вот так вот можно запечатлеть. Так, хоп. Да, подожди. Оп. Типа, оп. Ну, типа, что-то наподобие. Это, скорее всего, будет превьюшка, типа, Danger. Так, ладно. Нас зовут Беккет. Какой-то Беккет. Мы не играем ни за Фримена. Привет, ребята. Хорошо, обязательно зайдем в телепортационный отсек. Но я как понимаю, а доступ у нас какой-нибудь есть? Наверное, есть. Да, мы, кстати, очень... О, привет. Ваши условия, теперь ваша очередь. Восточная часть комплекса была отрезана от нас от штурма военных. И мы отправили туда группу людей, чтобы узнать, что там происходит. Вот уже несколько дней они не выходят на связь. Боюсь, что случилось что-то ужасное. Ведь тот инцидент в Black Mesa имел серьезные последствия. Мы хотим, чтобы вы отправились туда и нашли их. Хорошо. Мы телепортируем вас в то место, куда мы телепортировали отряд. Сейчас иди на позицию и жди открытия портала. После этого заходи в него. Желаю удачи. Хорошо. С текстурками, конечно, автор, конечно, немножко переборщил. Ну как переборщил? В принципе, я, может быть, и не сделал лучше. Так что вот это, в принципе, интересно. Чан. Такой с химией такой. Прикольная задумка, ладно. Сейчас телепорт откроется, мы туда пойдем. Раньше мы не можем заходить, потому что смысла нету. Так, вот телепорт. Он должен стабилизироваться. Или это он стабилен? Сохранюсь, на всякий случай. Так, сохранимся. И пойдем. Непривычно, что сохранение отображается высоко на экране. Вот таким вот образом. Мне это, конечно, не очень нравится. Второй шанс, по-моему, да, оно было написано. Сейчас посмотрим, насколько второй шанс. У нас что-то с шансами есть. Армор. Так, это аптечки. Понятно. Так, а это у нас пацан. Ух ты, а вот это интересно. Типа, как зомбированный. Так, что это у нас? Броня, кстати, текстурки. Граната. Патроны. Дробовик, хорошо. Дробовик и лом. Это очень хорошо. Угу. Давайте не спеша, потому что непонятно, что здесь происходит. Помещения, кстати, большие, реально большие. Насколько здесь все опасно, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, эта дверь... Ой, стоять, что-то подвисло. Ух ты, ёб твою мать! Часка. Тихо. Не, я так, слышишь? Только начинаешь, у тебя сразу пантера? Прикольно. Бля, пистолета жалко нет. Пистолет здесь сама вещь была бы. А, все нормально.
Ну, это ничего страшного тогда. Перезаряжаем. Это нормально. Сейчас пройдемся, посмотрим. Или я не могу здесь? Не, я не могу. Так, подожди-ка. Иди сюда. Крепенький, зараза. Крепенький, давай, краб. Пошел. Краб есть. Пантера, что она слабенькая какая-то, или мне показалось? Кстати, был еще командир вартигонтов фиолетовый, либо типа как, типа как особик вартигонтов, наверное, что-то наподобие такого. Так, аптечка, хорошо. Потому что я, честно говоря, не ожидал, что такое будет начало. Ну ладно. Интересно. Какое-то такое необычное начало, необычное место. И меня выкинуло сразу не пойми куда. Это по-любому закрыто. По-любому закрыто. Нам надо сюда. Ну да, что-то необычное. Необычно. Ну ладно, давай, друзья, посмотрим, куда нам, что дальше. Так, форма у нас особо нету. У нас какие-то зеленые рукава, кстати, обратите внимание. Так, здесь ничего нету. Так, а это ящик двигается, значит, нам надо его двигать, ясно? Ой-ой-ой. А вот это уже интересно. Что-то это как Doom 3 прям начинается. Писец. Вот это интересно. Какой-то немножко хоррора добавляет. Кстати, ну, что я могу сказать? В принципе, если в играх, ну, такого значения... Таким не шутят. Здесь реально можно хоррором поиграть. И это реально будет интересно. Так, сверху вентиляция. Снизу это бьется вообще? Нет, не бьется. А вот это бьется. Ого. Там вода. Давай дальше пройдем. Там дверь открыта. Так, я понял, нам либо сюда, кстати, нажимается так, have костюм fly light, типа, have костюм, включили фонарь, тьфу, блядь, а, все, я понял, так, твой, оп, блядь, все равно лоханулся, ну ладно, ну, не зря называется dangerous, тут закрыто. Так, открывали. Уборка территории. Это письмо. Кому? Джейсон. Джейсон, сегодня в 6 утра должен прибыть советник Томас Хэнс. Совет директоров Black Mesa направляет его сюда, чтобы тот инспектировал исследовательский комплекс и допросил доктора Хайрона в ходе эксперимента, а также тра-та-та-тра-та-та. Что-то там. Прочитайте на паузе. Там вроде бы довольно-таки интересно получилось. Нож! О, блядь, обожаю. Опзенфорский нож. Блять, он такой шустрый, мне так нравится. Так, ладно. Не будем баловаться с ножами, а будем думать, что нам делать дальше. Так, это поезд. Кстати, очень довольно-таки интересно сделан. Кнопочка. О, мы можем в кабину сесть даже, ни хрена себе. А. Good morning. Кстати, прыгаю вперед, он меня откидывает назад. Это у нас потому что текстура сделана как будто вот чух. Ну, интересно. Ну ладно, можем закрыть, да? Нет, не можем закрыть. А это тоже ничего не можем сделать. Так, мы уже приехали куда-то. Нас проинформировали. Ну все, можно выходить. Так, станция какая-нибудь Байкальская. Значит, назовем ее так. Анимацию выезда дорожек, точнее мостиков, не сделали. Блять, стремновато, я вам одно скажу. Реально сделают. Как фильм ужасов. Смерть не будет для тебя концом. А конец у тебя в штанах. Так, ладно, посмотрим. Блин, люблю, когда, конечно, русскоязычные, когда ребята делают. Молодцы, конечно.
эти ребята с Норвегии, кстати, по-моему, какая-то модификация была. Давай, у меня нож. Нож, 2, 3, 4, 5, 6. Давай ты. Ух ты! Офигеть, я ему прямо в голову попал, видели? С первого раза. А, он какой-то необычный, кстати, синий, белый. Может, он сразу умирает? Интересно. А этот вот просто зеленый. Не, нож долго, долго очень разбирает, кстати. Или у него просто живучесть высокая. Элеватор. Это могли бы и перевести. Кстати, текстурки, вот автор тоже бы мог, ну, если делал это все русскоязычное, так под русскоязычное, мог бы, кстати, перевести и текстурки. Было бы круто. Ну, ладно, не придираться не надо. В принципе, более-менее нормально. Кстати, вот этот момент похож чем-то... А, ну да, это отсылка на Quake. Кстати, да. Quake 1. Сейчас посмотрим. Zen Sector. А, не. Я думал, здесь тоже будет заход такой, типа, как в Quake. Но эта тема, вот, кстати, место как у Quake. Ну, реально как в Quake. Так, что здесь у нас? Здесь у нас что-то мы включили. Это аудиоотчет для работника медицинского отдела Питера Райли. От 29 октября 2145 года. После 72 часов экспериментов по телепортации у пациентов наблюдаются проявления паранойи. Также есть данные, что телепортация нарушает некоторые функции мозга. Мы стали свидетелями того, что большинство тех, кто участвовал в эксперименте, потеряли способность рационально мыслить, а потом стали заметны также физические недостатки. Внешние признаки следующие. Кожа бледнеет, видны сильные кровоподтеки, мускулы становятся вялыми, кости и ноги становятся абсолютно прозрачными и очень хрупкими. В общем, человек превращается в подобие человека. Мне кажется, эти опыты надо приостановить. За всю свою долгую карьеру я не видел ничего подобного. Наши наблюдения продолжаются. Конец связи. Ну, друзья, я вам одно скажу. Довольно-таки интересная завязочка. То есть, поэтому, скорее всего, меня и глючило. Ну, потому что в чем еще может быть причина, почему меня могло глючить? Так, здесь нигде дверей такого ничего нету. Скорее всего, меня из-за этого и глюкануло. Поехали вниз, да? Тут непонятно, не отобразилось. А, ну едем вниз. Поэтому меня глюкануло, вот поэтому у меня красный экран появился перед глазами и такое. Потому что я телепортнулся. А у нас, наверное, один раз телепортироваться, типа, это не страшно. А много раз, наверное, какая-то проблема. Ну, это по-любому химия. Это надо перепрыгнуть. Ой, блядь. Это вот... Это типа они через телепорт. Ну, это я понимаю, что контролеры. Но типа... Та-та-та! Так, ножик, раз. Давай, иди сюда. А, не успел развернуться? А я тебя ножичком почикал. Так, что здесь такое? Диск какой-то? Какая-то записька? Ой-ой-ой! В голову с ножа это вещь. И я вот того с первого раза завалил. Так, подожди, я как-то... Может, я куда-то не туда иду? Эй, блядь! Плевун, чик. Расплевался, зараза. Так, а эти... Не, ну что их трогать? Шприц. Блядь. Нахрена я его освобождал? А, тут можно, типа, открыть. Ты-т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 ы. Ой, блин. А я, кстати, даже не заметил, что у меня, ну, уровень жизни, ну, точнее, удар. По бокам такие серенькие, серенькие значки появляются. Так, я слышу, по-моему, контролер, да? Так, а, это этот выход. Подожди, а куда тогда? Давай попробуем.
Блин. Есть. Перезаряжай. Три контролера. Это прикольная сила, конечно. Биба и Боба 3, долбоеба. Биба Боболева. Боболюба. Буба и Люба какой-нибудь. Так, сохранено. Блин, у нас главное, чтобы не было... Оба-на. Так, это у нас Мегалодон, хочу назвать его. Ну, отлично, отлично, прелестно. Так, это у нас просто будет что? А, ух ты. Опасно. Вон он плавает. Точнее, не плавает. Блин, залез, застрял. Рыбки какие-то. Подожди, я сюда не выйду? Нет. Пошли. Блин, а я зря по телепортам ползаю. Попали. А ты? Неважно. Я из группы людей, которые отправили на разведку восточную часть комплекса. Другие члены команды были схвачены и взяты в плен. А некоторые погибли. Угу. Я единственный, кому удалось сбежать. Тех, кого схватили, держат в какой-то тюрьме, которая сейчас только строится. Телепортироваться туда нельзя. Никто не знает, где именно находится эта тюрьма. И военные используют какую-то башню, которая притягивает к себе все сигналы и волны на расстоянии 16 миль. Найди доктора Хайрона. Возможно, он уже разработал план, как туда пройти. Доктор, я, пожалуй, Хайрон. Пока там все не утихнет. Хорошо. Доктор Хайрон нам нужен. Это третья телепортация у нас. Угу. Так, не забываем. Чем больше телепортаций, тем хуже для нас. Здесь вот, может быть, уже и подглючивать как-то меня начнет. Так, security, пропуск. Это кто? Не знаю. Уборка территории. Так, ладно. Доступ открыт. Ага, здесь закрыто. Доступ открыт. Так, лестница есть у нас на всякий случай, если что. Если что-то сейчас пойдет не так и сломается, мы можем по лестнице спуститься либо подняться. Не, ни хера нам не можем. Да, ни хера нам не можем. Это просто... Это просто лестница для красоты. Вот это не для красоты. Блять, и мы выходим на улицу. Так, давай-ка вот так вот попробуем. Закрыто. И здесь закрыто. Были большие помещения, не люблю. Потому что сразу, может быть, гонорг, ну, мошонка наша. Может быть и... Вояка он может. Блять, стой ты на месте. Ну давай, ты убей ты его. Блять, зря стрелу потратил. Да, бегом. Блять, да вы издеваетесь. Ладно, перезаряжу. На. Забавная ситуация, конечно, была. Ну ладно. Давай, иди к нему. Я пойду автоматы пока забираю. Молодец. Какая-то нулевая реакция у него, конечно, на товарища военного. Ну ладно. Забавная ситуация. Но что сделаешь? Это не наш был выбор. Они сами пошли на это. Дробовик, автомат. Сейчас будем смотреть, кто где. Автомат против больше лета... Закрыто. Больше летунов. Нам нужны... Так, это что такое?
Это отчет доктора Уильяма Хайрона. Хайрон как раз тот, кто нам нужен, да? Подожди, здесь открывается. Пулеметная турель, кстати. Теперь наш телепорт может работать с завихрениями. Сегодня мы провели 2 эксперимента по телепортации. Все они были удачными. Но верхние границы очень неустойчивы. И есть вероятность того, что может произойти резонансный каскад. Я рекомендую приостановить опыты, пока мы не найдем более безопасный метод. Более безопасный метод, это интересно какой. Можно еще раз прослушать, да? Да, можно. Это отчет доктора Уильяма Хайрона. Пойдем, это турелька. Danger. Danger. А, это я сейчас, наверное, буду. Телепорт, наверное, открою. И не с верхним завихрением каким-то. Ну, я по идее, он готов. Оба-на. Я вернулся. Да. А, Джон Беккет, вы идеально подходите для этого задания. С нами только что связался один из людей, который был схвачен. Ему удалось сбежать. Он сообщил нам, что пленных перевозят в какое-то другое место. Но Уильяма Кэсби оставили. Мы сможем обойти защиту военных, используя новый метод телепортации. Наш новый метод телепортации сможет перенести тебя недалеко от места, где его держат. Ну, давайте. Попробуем. Хорошо. Питер, открывай портал. Питер. Питер Пакет. Все в рамках теории. Вот, кстати, вот здесь открывает портал, а вот эта вот жидкость уменьшилась. Заметили? Но он идет туда, куда-то... А. Не, чернота какая-то. Ну, по идее, вот эта вот жидкость, наверное, это для телепортации. Она же была полная, а сейчас она пустая. Не понял. Небеса и пекло. А что это такое? Ба-ба-бам. Ну ладно. Хрень какая-то. Куда-то меня телепортнули. А, сейчас посмотрим. Это, наверное, когда дорабатывали продолжение, наверное, вот это вот и появилось. Так, тут пару военных. Обычные военные, хорошо. Сутулые. Военно-сутулый командир. Командир и 2 этих обычных, да? Пулемет какой-то. Ладно. А я могу пробить этот пулемет? Нет. Блять, давай. Да, ой. Ну что-то пытается перезарядить даже. Ну, что-то я не понимаю здесь. Так, ладно, давай-ка посмотрим. Револьвера у меня нету. У меня есть автомат, пулемета, патронов тоже нету. Пулемет зря я, наверное, даже потратил. Но я заодно посмотрел, как он вообще стреляет. Это было интересно. Дробовик. Дробовик моего командира забрали. Так, сейчас мы сюда пройдем. Мы здесь посмотрим. Может быть, какой-то секрет хоть с патронами есть. Или с чем-нибудь еще. А может и нет. Может это просто горы, типа такие. Ладно, пошли. А то сейчас будем бегать с минут 40. Потому что я модификации по времени не знаю какая, но при установке, извините меня, она была экзешный файл на распаковку данной модификации, он был 198 мегабайт, а для модификации это в принципе довольно-таки много. Единственное, что, блять, пустовато как-то. Очень пустые помещения, кстати, обратили внимание? Интересно.
Здесь нету этого дробовика. Да, обнаружено, это хорошо. Где? Блять, там где-то. Так, подожди, дай-ка мы попробуем вот так вот, через гранату. Потому что что-то мне здесь не нравится. Лямбда. Лямбда, обозначение лямбды. Я еще одну поставлю. Здесь никого. Кто вы, Джон Беккет? Наконец-то кто-то пришел за мной. Но я не могу отсюда выбраться. На третьем костюмчик охранник Хэф, который управляет решетками второго и третьего этажа. Если вы туда пройдете, вы сможете открыть мою камеру и выпустить меня. Понял, все понял, прекрасно понял. Будет исполнено. Так, здесь у нас разломаны. Блять, подожди! Это был, конечно, фиаско, братан. Блять. Есть. А вот то, что гранату не докинул, это, конечно, пиздец всему. Есть. Так, ладно. О, нож. А, у меня есть нож. У меня нож есть. Да. А что-то они так быстро умирают. Я не могу понять. Это уровень сложности же идет этот средний. Может, что-то я не понимаю. Выключатель только один работает. Блин, перемещение камеры такое прикольное. Долгое. Как я лоханулся в эту щель, упал, это, конечно, что-то с чем-то было. Мне понравилось. Так, ладно, давай. О, здесь открыто. И что? Ничего. Контроль какой-то. Ну ладно, пошли. Наверное, мы сейчас должны забрать нашего пацана и куда-то пойти с ним. Хрен его знает. Так, не получилось. Блять, не получается. Через две почему-то прыгнуть. Ну давай, вот же, боковой прыжок. Работает же, что не захотела. Спасибо. Ну ладно, пошли. Хорошо, теперь давайте найдем радио и свяжемся с доктором Райкером. Мы должны передать ему наши координаты, чтобы он телепортировал нас отсюда. Пацан, у тебя тени нет. Следуй за мной, я знаю, где это. Ну так давай. Следуй за тобой или следуй за мной? А, ну в принципе я тоже бы так догадался. Пошли, да я зачищу, все нормально. Ух ты, какая большая радиостанция одна. Слушай, тут столько деталей в этих комнатах. Охренеть. Кто можно. Это мы, док. Кэсби, Джон, слава богу, вы живы. Я засек ваши координаты. Сейчас я телепортирую вас. До встречи. Пока. Еще встретимся. Ну, надеюсь. А я? А? Почему-то того сразу стелепортнули, а меня отдельно какой-то телепортик открыли. А, все нормально. Привет. Вот и вы. Ну? Мы хотим, чтобы вы отправились через каналы в городе Сити 13. По словам нашего человека, пленных держат там, в каком-то бункере. Ты должен найти этот бункер. Что-то я всем все должен. Похоже, сегодня там собирается дождь. Но есть одна проблема. Похоже, военные изобрели какую-то новую защиту от телепортации. И мы не сможем телепортировать тебя туда, пока работает их башня. И что ты предлагаешь? Я могу настроить телепорт так, чтобы он телепортировал тебя рядом с этой башней. Давай. Джон, ты должен уничтожить эту башню. Джон Уик. И тогда мы сможем телепортировать тебя. Я бы пошел с тобой, Джон, но надо присматривать за ними. До встречи. Я свяжусь с тобой по рации. У меня вопрос, почему у них F костюмы есть, а у меня нет? Так, ладно.
Так. Лом. Рука нормальная. Смотри, нож с перчаткой. Потом автомат нормальный. Дробовик зеленый. Это у нас... Блять, не вижу. Надо отдалять. Граната. Рука пустая. Пулемет зеленый. Ну, хуля толку. Так, ладно. Погнали. Погнали. Погнали наших городских. Хорошо. Колючая проволока. Мы идем в канализацию Сити 13, да? Так, ну это, наверное, это канализация или что? Подожди. Как точно бьет автомат, кстати, смотри. Ну, довольно точно, кстати, странно. Ну ладно. Ай-яй-яй-яй, какая красота. Все. Больше что еще для счастья надо? Вот еще что для счастья надо. Не, ну у нас хэв-костюм есть, раз заряд пополняется броней. А сколько, 75-ка? 75, почему 75? Хм, странно, ладно. А, нет, странно все равно. Ти-ти. Хорошо, ты у башни, теперь взорви ее. Чем? Пулеметом, что ли? Или какой башни? Что глючит так моделька револьвера? Такой прикольный, кстати, мне так нравится. Я вижу какие-то... Херь какая-то, подожди, это что? Чушь. Вон башня. А чем мне взорвать? Граната обычная или что? А, вот башня. Взорвать мне ее надо... Я как понимаю, граната где-то, да? Допустим. Подожди. А, саму башню надо было. Приготовься к телепортации. Ну, готовлюсь. Через каналы. Ну, допустим, это есть ракетница одна, пару гранат, пулемет. Ладно. Ай, куда мне идти? А, во, тык-тык-тык, позабирал. Сюда, наверное. Кстати, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Самый настоящий вертолет. Есть. Ай. Блять, сука, уйти не могу. Блин. Да я перепрыгнуть не мог. Какая-то ерунда получилась. Ну ладно, хотя бы так. Давай по одному, потому что что-то я вышел с к этому вертолету и думал, что... Нет. А, вот почему, я понял. Тут, вот смотри, глюк. Очень, очень странно. Очень странно, конечно, работает эта механика. Допустим. Раз. Я промазал, да? Ну, четкий автомат вообще охренеть можно насколько. Ну, по сравнению то, что... Даже злость берет, честно говоря, с этого револьвера. Вот вы все знаете, насколько револьвер, ну, вообще точный и мощный, правильно? Смотри, бах. Их. Раз, два. Блять, как будто в контру играешь. Реально тут
М16, как нашу, тогда мы раньше брали, М4. Вот, так тут такое чувство, как будто реально в контру какую-то играешь. Так, ладно, вертолет мы завалили. Значит, в принципе, здесь все должно быть спокойно и тихо, по идее. Но это не точно. Так, у нас дробовик, а патроны. Дробовик. Дробовик — это все ерунда. Так, мы должны идти через туннели. Но мы, по идее, идем не через туннели, а по каким-то непонятным местам. А, мы там появились, в круг обошли, просто мы сюда бы не прошли, потому что это решетка. Через ноклип только, если. Ха, прикольно было бы через ноклип. Так, еще один вертолет или вояки будут. Ого. Так, ну я как понимаю, мне надо... Не точно не в эту, мне надо вон туда попасть, правильно? Так, рыбы-кита нету этого? Все хорошо, конечно, но... Блин, ну тут... Кстати, места такие интересные вообще, атмосферненько некоторые вещи делают, мне нравится. Но есть, конечно, и своеобразный минус. Это лестница, зачем? А, ясно. Один выстрел, да, делает? Ну ладно. Пойдем. Блять, лед. Дробовик мне, кстати, нравится. Стреляет не громко, а тихенько, так аккуратненько. Чпок. Сейчас тут довольно-таки тесно. Может, здесь кто есть. Лестница, конечно, сделана немножко уебищно. Пустовато. Пустовато. Скорее всего, здесь хотели больше наполнить эту модификацию, но... либо не заинтересовало ли, либо что-то еще. Потому что пустовато, конечно. Есть такие моменты, когда хочется немножко больше, чтобы было всего. Допустим, здесь либо враги должны быть, либо, ну, не знаю, что-то, чего-то не хватает. Ну, это мое мнение, опять же. Автор задумал в любом случае что-то, ну, более грандиозное, более колоссальное. Вот, собаки, допустим. Много, кстати, собак. Где там еще эта шавка? Где-то еще было? Ну. Много шавок. Сейчас посмотрим, может, что в ящиках интересно нас складировали. Ну, аптечечки. Энергия. Хорошо, есть, в принципе, все, что мне надо. Закрыто, да? Закрыто, пошли дальше. Дробовик, кстати, здесь довольно-таки мощный. Тихо ты, блядь, раскричался. Дробовик мощный. Стреляет даже на дальние расстояния. Смотрю, неполная дробь. Довольно-таки неплохо выбивает хиты, чекпоинты и все остальное. Так, здесь вода. Можно прыгать. Так, у нас было два варианта, скорее всего, там и там, да? Угу. Так я не знаю, какой правильно был. Наверное, они тут сугубо нету разницы никакой. Все равно и там лестница. А, нет, все правильно. Надо было с этой стороны. Если бы я спрыгнул, я бы... Я бы упал сюда. Очень странная ситуация, конечно. С этими пацанами. Как-то они слабо реагируют на меня. Это очень странно. Я не могу пройти здесь, да? Что-то застрял даже где-то. А, все, понял. Понял. Не, перехвалил все-таки дробовик. Немножко меньше расстояния, чем я думал.
Кстати, смотри формат. Раз, два. А, он не попадает, ясно. Жалко, хотел посмотреть, насколько он интересно выбивает. Ладно. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре. Не, четыре, те же четыре патрона. Просто он более точно бьет, наверное. Так, у нас грузовик, скорее всего, надо будет завести и поехать, бляха, муха, не запрыгнуть не могу. Ну что, я буду на нем ехать, что ли? Сам его выбит. Угу. Сам управляется, сам ездит. Какой умный грузовик. Пустовато, конечно, очень пустовато. Ну, на любителя. Но зато русскоязычный, мне нравится и перевод, и вообще то, что разговоры постоянно идут. Очень приятно. Задумка интересная, в принципе. Так, что-то многовато подствольника дали резко. Или мне кажется. Ясно. Но не, в принципе, весь он ушел. Ну, сказать, что это плохо. Вот, вот реакция зеленых вортигондов и синих. Это большая разница. Это что, блин, пулеметные пулеметы, кстати. Пятьдесят. Просто у него. О, спасибо. Интересно. Ну, один, получается, появился один гаргантюшка, и то, у которого, в принципе, из-за того, что тебе перед выходом... А, ясно. Подставу лупили, да? Ясно. Куда? Сюда? Заставить для допроса. А. Все, понял, подставу лупили. Отобрали весь, всю броню костюма. Эй, он забрали. Что, приятель, не ожидал? Да, у тебя серьезная неприятность. Думал, ты можешь убивать наших людей? Что за черт? Ну, задумка классная. Реализация немножко хуже, чем я думал. Ну, за. Ай, бляха, без ничего, да? Еще один гаргантюа. Зашибись. Очень круто. Единственный вариант, это чтобы его завалить. Ясно. Как у меня пылесос, нахер мне что-то еще надо. А, мошоночка. Так что эту машинку валить? Она по большому счету с этого должна завалиться. С пылесоса она вообще вопросов никаких не должно даже возникать. Главное, чтобы он не закончился раньше времени. Блять. Урон пылесоса просто колоссальный, сам по себе. Но, я же говорю. О. Бекет, вы все же победили в этой битве. Я извиняюсь за то, что это кажется вам непонятным. Я уверен, вам все это спасибо. Непонятно. Вот извиняться за это, это правильно, сейчас поясню. Я не вправе сейчас это говорить. Мы скоро встретимся, доктор Бекет, когда ваше время придет снова. Зименко Сергей. Сергей, автор, спасибо. И спасибо то, что ты в лице Джимена объяснил то, что... Точнее, извинился за то, что ни хрена не понятно. За это спасибо.
Все, ребята, ставьте лайки, комментарии. Всем спасибо, всем пока. Перепройдите модификацию, если она вас заинтересовала. Ну, есть своеобразные плюшки, плюсики этой модификации, но можно было бы доработать. Жалко, она староватая. Я не знаю, наверное, уже автор не возьмется за продолжением или обновлением данной модификации. Конец, продолжение следует. Всем пока.